доскакала уж до 40. Морда жиром заплывает, пузо и бока. Седина бьет в бород, пес в ребро занозой. Как же ужиться нам с метаморфозой? Печень уж не та, и моторы почки. Нет еще букета, могут быть цветочки. Язва аритмия и коварный простатит, от которых человек ночью уж не спит. Что же дальше будет, дядька сверху знает. Жизнь она ведь жизнь, всякое бывает. Женщины волнуют только разик в день, а не так, как в юность было тринили. Тело раньше обрастало, а теперь лысеет. Мышцы стали дряблы, но еще потеют. Мужики не бабы, но им неприятно, когда рожица бульдожья станет неопрятной. Тут хошь пей, а хошь не пей, вряд ли что поможет. Отпечатки прошлого остались уж на роже. Что же дальше будет, дядька сверху знает. Жизнь она ведь жизнь, всякое бывает. Олимпийским чемпионом уже не стать, континенты и миры не завоевать. В космос можно полететь, только денег нету. Половина жизни, продолжаем эстафету. Вроде бы печально, но все хорошо. Ведь еще не 70, поживем еще. Все узнаем и пройдем, и поймем в сравнении. Жизнь ведь только начинается, такое мое мнение.